Любезный брат Силуянов, получил ваше письмо и книжечку Колури. Просмотрел ее, насколько мог, внимательно. И по правде скажу вам, что она не понравилась мне. Не понравилась мне по сложности, по неясности изложения. Самые же основы, основные мысли ее в высшей степени мне сочувственны, и я от всей души разделяю эти верования, сущность которых в том, что все мы призваны любить друг друга без различия народности, любить всех. И это учение изложено в других местах, в Евангелии, по-моему, гораздо яснее и ближе к сердцу человеческому, чем той книжечке, которую вы мне прислали. Особенно хорошо изложено это учение в послании Иоанна. Посылаю вам некоторые из моих книг, в которых я старался выразить эту самую мысль. Но не думайте, чтобы я считал свои книги хорошими или лучше других. Я держусь только одного главного учения о любви, которое я встречаю везде, во всех сочинениях мудрых людей самой глубокой древности, среди язычников, так же, как и среди евреев и христиан. Это же учение есть у индусов, у брамидов, у буддистов, у конфуцианцев, у даосистов. Советовал бы вам заглянуть в книгу, составленную мною, называемый «Круг тени», то есть извлечение мысли мудрых людей и святых людей на каждый день. Может быть, эта книга понравится вам. Очень рад был. Прощайте, желаю вам всего лучшего.